Глубокий вдох. Пауза. Чем же отличается кислородное дыхание или дыхание животом от обычного? Узнать об этом можно на занятиях специальной гимнастикой, проходящих в Центре социального обслуживания «Вера». Именно глубокое, а не поверхностное дыхание снабжает организм нужным количеством кислорода и запускает хороший обмен веществ. И научиться ему может каждый. Метод основан на задержке дыхания, то есть все процессы наши внутри происходят именно на этой паузе. Пауза у нас длится от 9 секунд для начинающих. Вот данная группа, которую сейчас вы можете посмотреть наши упражнения, она держит паузу уже на 21-23 секунд. За счет вот этой паузы у нас как раз и идет вот этот процесс обновления нашего организма. Тренировки пользуются большой популярностью. За несколько месяцев появилось уже 3 группы. Несмотря на кажущуюся простоту упражнений, за 30 минут занятия придется выложиться по полной. Но и результат не заставит себя ждать. Изначально, конечно, тяжело, потому что, чтобы наладить дыхание, это, в общем-то, не сразу все приходит. Но с каждым днем мы как бы мелкими шагами, ну, вперед идем. Это чувствуется по себе, чувствуется по одежде даже, то, что одежда стала на некоторое размеры меньше. Причем подтянутая фигура и прекрасное настроение – лишь некоторые бонусы бодифлекса. Так еще называют дыхательную гимнастику. Польза для здоровья ощущается каждой клеткой тела. Людмила Журавлева – одна из самых старших в зале. Женщине 78 лет, и она не скрывает свой возраст, а наоборот гордится тем, что и сейчас активна и любознательна. Пенсионерка не пропускает ни одной тренировки, ведь регулярные занятия спортом дают ей возможность дышать полной грудью. Хорошо дышу. Я не задыхаюсь, как вот бывает, знаете, старые пожилые люди идут, отдышаться не может. А я иду нормально и могу держать более-менее быстрый темп. Кроме того, в центре «Вера» проходят занятия в тренажерном зале, уроки по настольному теннису и полюбившейся многим скандинавской ходьбе. Так что выбор есть на любой вкус и темперамент. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».